Доброе утро. Спасибо. Чё, как ваше утро? Да похуй, ты, да? Не знаю. Say cheese, that's you? Yo, dude, that's you? What? You have an Instagram? Треки очень скоро. Треки супер скоро. Очень много всего. Салуки, Вселин, вчера отсняли, короче, Чё сюда приходил? Вчера отсняли обложку для Салуки, друзей. Это пиздец, чуваки. Салуки, друзья, переносят на сентябрь, смотрю. Наверное, иду, да, думаю, иду. Но я не знаю, либо к Глебу пойду, либо на Андер. Посмотрим вообще. А вы чё? На чьих релизах? На всех релизах этого мира. Список Салуки, друзей, пиздец будет вообще. Но я пока вам ничего не буду говорить. Прозный салют. Чё, как ваше утро? У меня тут солнечный пиздец, вообще кайф, смотрите. Бля. Не, детей лет вообще до 30, нет, спасибо большое. У Ефима выйдет на Салуки, друзья, тот трек старый. А, как же он называется-то? Я иду домой? Да, я иду домой выйдет. Охуенно вообще. Я приду, ребят. Я думаю, я к Глебу залечу, и потом к вам. Внесете меня так в список, пожалуйста. Оч. Блин, я жопу потянул, прикиньте вообще. Вчера что-то делал, теперь жопу валит. Салуки, друзья, сольник. Все как обычно. Все очень сложно. На Салуки, друзья, будут все. Вообще. Просто все. Охуенные всякие рок-группы, всякие куча рэпа, куча электроники. Чувак, это будет лучше, я что-то слышал вообще. Кстати, еще куча мероприятий будет всяких клевых. Мерч Салуки и друзей будет охуенный. На сентябрь запланировано до хера чего, очень круто будет. Будет до хера всяких крутых тусовок. Я думаю, что в Петербург заеду ненадолго, типа. Там тусовка что-то намечается какая-то. Ой, Ферга еще не слушал, вы все слышали его? Я все хотел найти, но что-то на фастфуде нет, кажется, еще. Кстати, фастфуд, чтобы все были на фастфуде через 26-го, 25-го. Через неделю. Ой, мне так понравилась песня тут. Хочу взять их на Салуки, друзья, и шарики таких чоков.
вообще очень крутая песня. Это «Увола» не для тебя, не для меня, кажется, песня нравится. Это ты на фастфуде. А есть у меня кофе. Чувак, набирай просто своих друзей и каких-то чуваков. У тебя же есть интернет. Я, кажется, со всеми познакомился через интернет. Просто смотри, ищи всяких чуваков, которые тоже только начинают, типа. И работай с ними. Главное — это общение. Без общения ничего не случится. А где кофе? Непонятно. Кстати. Да. Будет одна интересная штучка от фастфуда. И может там будет одна приглашенная. Один приглашенный лайф будет. Так что. Следи. Думай. И вытирайте попу. До свидания.